Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе вот такой телевизор LG Flatron, модель RT21FD15V, диагональю 21 дюйм. Раскручиваем корпус вот здесь по контуру крестовой отверткой. Открыли телевизор. Медь у нас содержится здесь в петле размагничивания. Вот она. Ну, не очень здесь она большая. Но проверим еще. В некоторых телевизорах бывает и алюминий. Вытаскиваем вот эту плату. Смотрим, что на ней. Также вот в отклоняющей системе вот здесь содержится медная катушка, которая стоит на кинескопе. Сняли плату. Медь тут есть вот в этих двух катушках и вот в этой еще. И еще медь есть в антенном усилителе. Вот он. И еще стоит 7 алюминиевых радиаторов. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сняли два динамика. Их оставим себе, чтобы снять с них магнит. Сняли плату с системы отклонения. На ней есть только один алюминиевый радиатор. Обратите внимание, дорогие друзья, разочарование какое. Петля размагничивания здесь алюминиевая. Мы ее зачистили сейчас немножко и увидели, что здесь алюминий. Будьте внимательны. Чтобы снять отклоняющую систему, надо открутить вот эти вот два хомута и покрутить ее хорошо в сторону, и она тогда сойдет. Открутили хомуты, и вот она снимается. Чтобы разъединить систему отклонения на две части, надо снять вот эти скобы. Вот. Раз, два. Вот столько меди получилась система отклонения. Вот столько меди получилось с катушек с плат, и вот эту вот катушку надо будет обжигать. Кончили весь разбор и начинаем подводить итоги. Алюминия получилось чуть больше, чем 200 грамм. По меди получилось 300 грамм. Проводов, которые надо обжигать еще, получилось 175 грамм. Итак, подводим итоги. Медь 300 грамм по 550 рублей, она сейчас у нас принимается 165 рублей. Алюминий 200 грамм по 70 рублей, 14 рублей. Медные провода в изоляции, которые еще обжигать надо, их 175 грамм, из них 40% меди будет. Медь с проводов 38 рублей. Всего 217 рублей получилось. Затрачено времени 1 час на разборку. Отсюда вывод, что если вы такой телевизор хотите купить и потом его разобрать, то в этом, наверное, никакого смысла нету. Потому что прибыль всего 217 рублей. А если вам он достался бесплатно, то можно разобрать. На этом все, дорогие друзья. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!